Девочки, всем привет! И сегодня будет очередное видео о покупках из магазина Yves Rocher. Я просто прониклась, просто влюбилась в последнее время в Yves Rocher. Они действительно поменяли какую-то вот свою формулу. Раньше он мне вообще не нравился. Сейчас я туда хожу постоянно и просто остаюсь в восторге от каждой купленной мной вещи, не вещи, а продукта. Ну и, собственно, зачем я туда пошла? Это вот за такой вот мицеллярной водичкой для очищения. Она очищает макияж как с глаз, так и с лица. И очень удобно, что помпа, не надо ничего переворачивать, выливать. Выгоднее было взять вот такой вот большой объем, ну, тем более с помпой, так что вот я не удержалась. Это у меня увлажняющая мицеллярная вода, там есть три варианта такой воды: для чувствительной кожи, обычно увлажняющая и, по-моему, для сухой кожи. Точно не помню, ну, в общем, три варианта. И здесь написано, что снимает макияж и тонизирует кожу одним жестом. Девчонки, макияж снимает просто идеально. Тушь, подводку, тени, брови, губы. Ну, действительно, очень-очень классно. Понятно, что водостойкую подводку или какую-то с блестками нужно все-таки потереть, но это, в общем-то, как любое средство для снятия макияжа. Но вообще я осталась просто мега довольна. Она абсолютно не раздражает кожу, абсолютно не сушит кожу. Очень, так знаете, кожа потом и с одной стороны чистая, с другой стороны такая, как будто действительно, ну, такая увлажненная. Очень-очень понравилось это средство, так что просто вот в дичайшем восторге осталась. Следующее, что взяла, это лимитированный гель для душа. Он был, опять же, со скидкой, лимиткой, и я не удержалась, взяла. Это апельсин и миндаль, и еще, по-моему, был апельсин и... что-то еще, корица, что ли, ну, что-то более резкое. Вот у этого геля для душа аромат более спокойный, но настолько приятный, настолько, знаете, обволакивающий, очень приятный, в то же время абсолютно ненавязчивый, и он недолго остается на коже, моментально как-то вот, ну, испаряется, при этом... кожу не сушит, пенится просто вот так вот с одной капли, просто огромная-огромная пена на мочалке. Следующее, это два средства для волос, я их взяла по акции, была акция за, по-моему, 550 рублей, два средства. И я выбрала вот такой вот шампунь с овсом для питания волос. И второе средство, это вот такое вот масло для волос. Ну, давайте начнем с шампуня. Шампунь кремообразный, прекрасно пенится, нужно его совсем немножко, отмывает волосы просто на ура, и у меня, ну, сейчас лето, я летом, в принципе, стараюсь пользоваться какими-то такими увлажнялками и увлажняющими питательными шампунями, так что вот сейчас он мне подходит просто идеально. Вообще отлично, я, вы знаете, даже не ожидала от Yves Rocher. Он, с одной стороны, стоит недешево, да, там около 350 рублей. Ну, то есть что-то и подешевле, и тот же Schwarzkopf, профессиональный шампунь, которым я пользуюсь уже, там, не знаю, сколько лет, тоже стоит в районе 350 рублей. И я, на самом деле, была очень удивлена, что вроде как Yves Rocher... это не профессиональная марка, не люкс, ну, такое, знаете, непонятно что, но мои волосы от него просто в восторге, просто шикарные, они очень мягкие, они такие становятся воздушные после него, ну, классно, действительно, очень рекомендую. И второе средство, которое я взяла, вот по акции было брать очень выгодно, за 550 рублей два средства, по-моему, одно вот это масло для волос, оно стоило в районе 500 или там 450, вот что-то такое, а тут получилось вместе с шампунем 550. Так вот, это восстанавливающее масло для волос с жожоба и макадамией. Это смываемое масло, но здесь как, в инструкции написано, что нанести на сухие волосы, подержать 10 минут и смыть шампунем. Конечно, мы с вами понимаем, что за 10 минут масло, ну, это пустая трата масла, так скажем. Я его наношу на ночь, его можно наносить как на кончики, так и на корни. Я делаю через раз. Я мою голову раз в 3 дня
И то есть перед одним мытьем я наношу на все волосы, включая корни, прям вот так вот на корни по проборам распределяю и плюс на все волосы. Второе мытье, перед вторым мытьем я делаю исключительно только на кончике. И посмотрите, действительно волосы становятся мега блестящими, мега послушными. Они отлично расчесываются после этого масла, не нужно использовать никакой бальзам. Ну, он просто не нужен. Расчесываются отлично, на ура. Вещь очень-очень крутая, волосы просто мега мягкие, вот эти вот мои сушеные бедненькие кончики, они становятся приглаженными, они становятся такими мягкими, вот просто волосы хочется трогать, они такие приятные, но опять же от марки Yves Rocher я не ожидала, это просто огромная-огромная пятерка с плюсом. Кроме того, масло очень экономично, оно, кстати, я вам не показала, вот здесь вот. Ну, я думала, что оно будет с пипеткой, чтобы на корни удобно наносить. Сначала расстроилась, что не пипетка, а, ну, вот здесь вот такая маленькая дырочка. Но на самом деле через нее наносить на корни тоже очень-очень удобно. Ну, также из минусов упаковка. Я предполагала, ну, на картинке, да, когда видела это масло, предполагала, что упаковка стеклянная, на самом деле она пластиковая, но такой плотный очень пластик. Ну, вы знаете, не дешевый, не противно держать в руках, но, опять же, главнее, конечно, содержимое, а не упаковка. Ну, очень мне понравилось, и у Yves Rocher, по-моему, два вида этого масла, одно с розой, не знаю, что оно делает, второе вот такое вот с макадамией, именно восстанавливающее, опять же, повторюсь, на лето я люблю именно такие питательные, увлажняющие, восстанавливающие вещи. Потому что, ну, как ни крути, солнце, ветер, в любом случае волосы становятся сухие. И также я не смогла просто пройти мимо новой линейки лаков Yves Rocher. Посмотрите, какой шикарный цвет я выбрала, голубой, просто неимоверной красоты. Девчонки, это первый лак в моей жизни, наверное, по-моему, от Essie у меня был какой-то один лак. Один. Ну, значит, это вот второй лак в моей жизни, который наносится в один слой просто идеально. Ну, серьезно, мне когда продавщица сказала, вот этот лак наносится в один слой, я такая думаю, ага, за 300 рублей или сколько там он стоит, 320 в один слой, ну, ладно. Но я просто влюбилась в этот цвет, поэтому взяла. И это правда, он серьезно наносится в один слой. Здесь очень широкая, очень удобная кисточка, просто мега удобная, удобнее, девчонки, вот честно, даже чем у лаков от Essie. Essie вообще шикарные лаки, мои любимые, но, по-моему, вот это наидостойнейший конкурент. И также этот лак просто потрясающе держится на ногтях. Я его носила вот последний раз неделю, и, в принципе, ну, наверное, можно было бы поносить еще, но он мне просто уже надоел. Красила им вот несколько раз подряд ногти, не могу нарадоваться, и не устаю от этого цвета нисколько, просто волшебный. Написано, что мягкая формула, обогащенная смолой Элеми, бережно заботится о ногтевой пластине. В общем, он еще и не просто лак, а еще и какой-то с ухаживающими компонентами. Но действительно, после того, как вы его стираете, ногтевая пластина не пересушенная, не содранный вот этот вот верхний слой, смывается обычным средством для снятия лака очень быстро, очень легко. Даже лаки, опять же, от Essie, мои любимые, смываются хуже. Вот этот просто... Несмотря на то, что он яркий, несмотря на то, что он ложится таким довольно-таки плотным слоем, смывается просто идеально. Единственное, когда вы его смываете, первый раз, когда я смывала, для меня был шок, у меня все пальцы вокруг, вся кутикула были, ну, такого голубоватого, сероватого оттенка. И никаким мылом, ничем, ну, плохо, так скажем, кожа именно отмывается от этого. Последующие разы я уже стала умнее, и этот лак смываю перед тем, как иду в душ именно мыть голову, потому что, понятное дело, шампунь, гель для душа, вот эти вот все вещи, они, конечно, смывают всю эту ерунду с кожи, с кутикулы.
А так придется повозиться и еще именно кутикулу потом дополнительно промывать. Но и вообще с ногтей сам лак смывается очень легко и прям классный. Еще хочу парочку цветов купить вот именно из этой серии. Ну и естественно, и Фраше куда без подарков, они постоянно дарят при покупках просто миллион всяких разных подарков. И первое, что мне больше всего понравилось, что я уже ношу с превеликим удовольствием, и вы могли видеть у меня в Инстаграме фотографии, это подвеска с кристаллами Сваровски. Вот так вот все это выглядело в таком мешочке шелковом. Внутри такая вот книжечка, и написано, что это ожерелье украшено кристаллами Сваровски. Выглядит действительно очень-очень достойно, на шейке смотрится потрясающе. Кристаллы на солнышке, ну, я думаю, не надо вам рассказывать, что такое кристаллы Сваровски. Действительно смотрится круто. Единственное, я очень боюсь, что... Ой, кстати, вот сейчас заметила, сзади на шее, да, вот эта цепочка уже начала темнеть. И, ну, я это подозревала, что сама вот эта цепочка, она быстро довольно-таки потемнеет. Но думаю, что эту подвеску перевесить на другую цепочку. Попробую даже, может быть, на золотую цепочку ее повешу. Возможно, будет не такой сильный переход. Может быть, будет смотреться и хорошо. Но вообще вот сама подвеска, сами кристаллы, конечно, смотрится очень круто. И мне понравилось. Следующий подарок – это вот такая вот косметичка. Классная, летняя, яркая. Прям вот, ну, я не могу, мне так радует глаз, мне так хочется ей скорее пользоваться, но я пока не пользуюсь, чтобы показать вам новенькую. Здесь два отделения, одно вот такое вот, ну, обычное, большое, там, кстати, такие шарики от влаги, и второе вот такое вот поменьше. Ну, косметичка действительно классная, она очень, так, знаете, добротно сделана, такая плотная, ну, вообще здоровская. И последний подарочек это зеркальце вот в таком вот чехле на кнопке. И я его даже не стала распаковывать. То есть, ну, как распаковывать, здесь такая защитная пленочка. И вот так вот оно выглядит сзади. Вот здесь узор, птички, цветочки. Ну, симпатично, но на самом деле я не пользуюсь вот такими зеркалами, я их не ношу в сумочке. У меня в сумочке лежит пудра, и на худой конец я пользуюсь фронтальной камерой телефона, если честно. Ну, там, чтобы подкрасить губы, например, где-то вне дома. Такие зеркала я с собой не таскаю, поэтому специально не стала ничего обрезать, ничего снимать, никакие пленочки. Думаю, что это зеркальце я кому-нибудь подарю. Все, девчонки, на этом покупки и подарки от Ифраше закончились. Надеюсь, вам было интересно. И действительно, если вы, как и я раньше, не любили марку Фраше, я вам очень рекомендую заглянуть туда сейчас, потому что, как мне кажется, у них произошел какой-то вот, ну, как это называется, ребрендинг, смена составов, может быть, я не знаю, но качество продукции действительно очень-очень достойное и стало действительно гораздо выше, чем было раньше, несколько лет назад. Все, на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на мой канал и всем до скорой встречи. Пока-пока.